Наверное, трудно быть кем-то, когда ты никто. Придумывая вечно себе оправдание, мол, если бы это, то было бы то. А пока наслаждаюсь воспоминанием о том, что тогда я был тот же никем. Но время другое. Мне было можно. Сейчас я знаешь, кем стал? Именно тем, о ком нельзя рассказать, ведь невозможно. Я вечно придумываю роли себе, никем никогда не являюсь. Хочу стать известным. Хочу стать вон тем. А кем я хочу быть, я не справляюсь. Наверное, устал я сам от себя. От вечной погони зачем, я не знаю. Пора сказать себе навсегда. Не надо гнаться за тем, кем не являюсь.